ну что, ребята, это получается продолжение нашей покатухи, потому что в прошлый раз мы катались, у меня закончился бензин, и мы тянули мопед 8 километров домой. Тут передо мной начинающий тоже блогер. Всем привет. Ну, короче, ребята, что сказать? Лайк, подписка, а мы едем кататься дальше. Сейчас бензин заливаю и куда-то едем. Так, ну что, все, можно ехать. А я там это подлетел. Где? Вот там на бугорку. Я понял то, что надо встать. И что, глохнуть начало? Я не знаю. Я вижу только одно, то, что у меня масло потекло обратно. В чем причина вообще может быть, что масло течет? А из-за того, прокладка новая стоит, она еще не прилипла до крышки, из-за этого она вытекает. А из-за того, что он еле заводится, из-за того, что там типа надо почистить тот карбюратор. Бензина долго в баке не было и типа весь мусор туда залил. Окей. С толкача? Сейчас, подожди. Есть какие-то вздохи. Давай с толкача лучше. Сейчас. Я как-то не хочу на горку вертаться. Давай, разбежался сбоку, а потом запрыгнул на первую передачу. Точно. Давай, помчал. Оттормози. А что он у тебя так дымит? Охренеть, а тут масло течет. Да. Я бы просто дохерища себя залил. Больше, чем надо. И нафига? Понечалось. Задумался. Ну, а мы пока что, ребята, посмотрим на эти красивые виды. Тут вот уточки, всякая речка. Ну, сейчас, как всегда, под музычку. Погнали. Так, ну что, все, я тут поздоровался уже, начало для своего видоса заснял. Кстати, да, ссылочку на него оставлю, буду надеяться, что он хорошее оформление сделает. Поэтому не стыдно будет ссылочку оставлять.
Ну а так, если все будет плохо, то раз оставлю, да и пожалуй хватит. Завелся, и ты сумку забыл. Ну а мы что? А мы едем куда-то. Я безбашенная поеду прямо. С дугами дрифтить можно, без дуг нельзя, потому что упадешь и все, хана. Ух ты, ё-моё! Вот то кидали! Скажу честно, я такого не ожидал! И сразу весь в болоте! А я так начала носить! Ладно, еще попробуем проехать, не? Как хочешь! Контент! ЁПРСТ! Knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Не понял. Бензин вроде бы есть. А чё я заглох? Странно. Весь в болоте. Что за херня? On the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Ребята, а мы-то снимали покатуху на еже. Помнит кто-то это или не помнит? Вот это было осенью, и подписчиков было меньше. И Саня в прошлый раз тоже потерялся, сейчас Илья потерялся, трындец. Где их искать, хрен его знает. Хотелось бы вообще на Альфе попрыгать, но тут нету таких бугров, именно ну маленьких, небольших. Ну, давайте сейчас проедемся. Попробуем все-таки что-то найти. Где ты делся? Как я только что подпрыгнул, это просто трындец.
Блин, вот ради таких моментов надо покупать все питбайки и так дальше, а не Альфа. Я на Альфе так подлетел, ё-моё, это все, это самый любимый мой бугорок теперь. Ё-моё, это трындец, ребята, я трындец рады. Он там с толкача пробует завестись. Ну, в общем-то, это заслуживает вашего лайка и подписки на канал. Я очень переживаю за Альфу, вроде бы я все проверил, вроде бы все нормально, но... Ребята, это просто трындец. Память закончилась. Да, еще у меня лапка отпала. Сварка слетела. Все, теперь only толкач. Ну, ребята, сейчас будем ехать домой, потому что у Ильи закончилась память, а я уже напрыгался, и я, не знаю, мне уже говорить сложно, поэтому едем домой. Я только что так орал, когда вот это вот подлетел. Я так это, никогда в жизни еще не летал. Ребята, думаю, все, на этом пора заканчивать видос. Такая покатуха получилась, и думаю, она самая лучшая покатуха за, ну, за этот месяц, по крайней мере, точно самая лучшая покатуха. Ну что, думаю, она заслуживает лайка, да? Да. Подписочки на канал. И комментарии обязательно. Ну и все, ребята, увидимся теперь в следующем видео. Всем удачи. Все, всем пока.